Так, ну что, продолжаем. Игра идет. Я спасибо. Уч! СМИ, что тут у нас? Новая. Агент недоступен. Форбис. Джорджия. Крупная рыба. Наверное, безопасно насадить загибы. Если нет, прощите сообщение и укажите место следующей операции. На карте Земли. Очень доходит, выполнение задание. На которой изображен пропавший бывший агент третьего эшелона. На фотографии он собирается заняться гейдж-дайвингом. Видна запись Зулу. Так, это ограниченное, да, я смотрю? Ага. Тимоти Голос, он был одним из людей Тома Рида. Том Рид, мэр! Это же... Волан-де-Морт? Так, работал в Юго-Восточной Азии. Не думаю, что стоит позволять ему разгуливать на запад. Так, аж спрыгать отчет. Поиск СМИ. Не, ну это, конечно... со спутника. А чё, в одного не могу, да? Ладно, хорошо. А, хорошо. Бейн, Джорджи. Ну это пошли вы нахуй. Короче, что какая-то хуйня, я не понимаю. Ладно. Американская жизнь. Да, шла одиночная. Игра. Похоже, для спецназа США это один из самых кровавых дней в истории. На размещенном в сети видео показан расстрел американских войск боевиками инженеров. Здесь его показать мы не можем. Кадры не для слабонервных. Президент Колдуэлл поклялась отомстить за смерть погибших и продолжить войну с терроризмом. Однако Конгресс не уверен, что ей удастся справиться с охватившим страну кризисом. Данные АНБ перепроверены по трем источникам. Похоже, цель в Далласе, но ничего конкретного. Возможные объекты здесь и здесь. Стадион и аквариум. Нам дали посадку в Лавфилде вместо Форт-Уорта. Хоть время сэкономим. Мы будем держать тебя в курсе. Вопросы? Да. Почему Чарли молчит? Уже сказал ей. Скажи мне. Я проверил данные по всем основным аэропортам страны. Не было ли пассажиров в розыске? Что это? Ничего. Вакуум. В Чикаго рухнула база аэропорта.
Список пассажиров был недоступен 5 часов кряду. Профилактика проверена. Дай ему сказать. Я вручную прогнал фамилии пассажиров с прибывших рейсов по нашим базам. Всплыло 6 имен. А теперь гляньте. Запись камер аэропорта О'Хара. Те шестеро вышли вместе. Признаю, это важно, но не приоритетно. Все данные из различных агентств указывают на Даллас. Я о том и говорю. Никто не ждал их в Гуаме. Тогда инженеры тоже спутали все карты и перебили несколько групп спецназа. Мы успеем вернуться из Чикаго? Слишком далеко, Сэм. У нас только один шанс. Если мы промахнемся в Чикаго, то не успеем в Даллас. Сэм? Где Сэм-то? Начинаем задание. Летим в Чикаго. Мало ли, что там случайно обнаружил Чарли. Президент дала мне карт-бланш в этой операции. И заберет назад, если нарушишь приказ лететь в Даллас. Атака в лоб не имеет смысла. После того, что Садик устроил в Мираве. Что это? Спецназ Чикаго. У них ЧП с захватом заложников. Готовь вертушку! Там чертов лабиринт, да еще эти заложники. Усыпляющий газ поможет избежать лишних жертв. Целиться будешь по камерам-липучкам. Без них никак. На. Ты мне не дал ничего, чем бы я мог воспользоваться, тварь. Ладно. Чикаго, США. США. Террористы связались с полицией Чикаго. Чего хотят? Ловкие. Ничего. Только потребовали, чтобы полиция не совалась в этот район. В таком случае зачем им заложники? Может, вляпались выше головы. Возможно, это не инженеры, Сэм. В Далласе и без них хватает уродов. Время на нуле. Отступать уже поздно. Ладно. Чисто. I think we caught them all. You know what? This is like that video game my kid plays. You gotta grab all the hostages. Why the hell do you let your kid play a game like that? Listen, Tomas. I just wanna make sure there's no one running around but us. I don't think there's anyone here but us. Good. I don't want no surprises. If we get any surprises, we shoot them. Down the wooden path, the wall. Children follow, stumbling.
как мне сейчас эхолокатор-то нужен? Похоже, через этот зал можно пройти по шахтам. Доступ к ним за сценой. Правда, будет высоко. Угу. Я тебя понял. Там еще тоже. Так, ну-ка. Эй, ты! Слышал, да? Там их два. Сука!
ебанас в рот. Давай съебывай же. Нихуя, чё с ним? Чё там пиздишь, слышь ты? Ладно, сейчас я знаю, как мне это исправить. Santa Claus, seriously? No fucking way. Санта Клаус, мать твою. Покидай банкетный зал, Грим. Заложников видел? Нет, только сопляков с плохой снарягой. Может, это не черный список? Выясним. Блять, вот как хуёво без... You wanna know what I think? I think they ain't scared. Второй. Им похуй, да? Иди сюда. Ну
Да, тебя это заинтересовало определенно. Да? What the? Whoa! Сука! Ебать, тут вообще прям... Вообще... Дичь какая-то. Через две я не пойду. Здесь у нас что? Ага, там где холодильники, да? Окей. Блять, как же хуёво эти очки-то, блять, работают. Потери! Кто-нибудь сюда! Он мертв. Здесь убитый! Не ссыте. Грим, заложники в котельной. Здание начинено С4, но противник уничтожен. Ясно. Можно пускать саперов? Пусть будут готовы. Никого не пускать, пока все не проверю. Поняла. Так.
довольно широк. А вдоль потолка должны идти трубы. Там можно укрыться. You've got to be here somewhere. Есть убитый, нужна помощь! Прихлопнули его! У нас потери, ищем убийцу! You know I'm gonna find you. I hear you. Check in when you're done. Over. Блять. Check the bathrooms. We got the escape route set up. Over. Так, это захват. Confirm. Access is secured. Дышит, но сильно ранен. У нас убитые, прочесать все вокруг. Doing another loop around the show hall. Copy that? Блять, вы заебали. Get some lights in here. Over. Да, блядь, ты издеваешься, что ли? Сука, не мисси ходит. Что там в твоем секторе? Да вы делаете одну и ту же движение. Ничего. Ни черта нет. Так не пойдет. Разделимся. Давайте, делитесь. Давай. Помоги мне искать. Конечно.
hell. Все, запизделись. Впереди старый канализационный туннель. Похоже, он ведет к водоочистной станции. Похоже на то, что им нужно. Блядь. Нет, дрон не отвечает. Минуту. Высылаю другой. Зачем вам водоочистная станция? Говори. Иди нахер. Я все скажу. Биологическое оружие. У них есть вирус. Они хотят заразить воду? Застал сразу. Как мне обезвредить бомбы? Кодом. Флешка на моем ремне. Я все рассказал вам. Я помог вам. Не убивайте меня, прошу! Конечно. Убить нахуй. Грим? Мы все слышали. Он дал мне флешку. Подключаю капсат. Передай в чикагский спецназ. Спасибо им за терпение. Сэм, фургоны, которые Чарли засек в аэропорту, прибыли сюда час назад. Мать твою, мы опоздали? Еще не знаем. Торопись. Они готовы убить тысячи, почему я их должен щадить? Они готовы невинных убивать. Им насрать. Так, Сэм, кое-что о беспилотнике. Один выстрел выведет его из строя, ну а два... Они взорвут заряд внутри него. Может пригодиться в нужный момент. Просто предупреждаю. Беспилотник сдох.
Все. Наигрался, блядь. Давай. Я убедился, что это правда, инженеры. Как? Твоя флешка. Там данные зашифрованы тройным кодом армейского образца. Это в точности тот же код, который Садик использовал в Мираве. Отлично, Чарли. Впереди очистная станция. Доступ внутрь через крышу. What's that? Чё ты там, блядь? Уснул? Через крышу.
Валим. Камера. Работа профи. Они убрали всю охрану на станции. Что, блядь, что мигает? Да вообще всю систему сломали. Придется восстанавливать, чтобы хоть дверь открыть, иначе тебе не пройти к источнику загрязнения. Поспеши. Давай. Не отнимай мое время, сука. Иди сюда. Можно идти, Сэм. Ты чё ты, блядь? Чё там меня ждёт? Они сливают вирус из двух точек. Я с ними разберусь, если сможем удержать зараженную воду здесь. Попробую перекрыть сливной вентиль. Давай, у нас из двух точек, потом вода превратится в... Я с ними разберусь, если сможем удержать зараженную воду здесь. Попробую перекрыть сливной вентиль. Давай, у нас есть 10 минут, потом вода превратится в яд. Отключил. Чарли, где этот вентиль? Не знаю. Сигнал блокирует. Правда, у меня есть в запасе пара трюков. Хорошие новости, Сэм. Судя по плану, под аппаратной есть служебный тоннель. Он проведет тебя по заводу.
Ну, давай, козел. Включил вторую. Грим? Молодец, но уже поздно. Черт, дальше что? Уровень заражения воды критический, а основные потоки еще открыт. Стойте, у меня нет доступа к вентилю, но я включил ручное управление. Можешь сам перекрыть его. Уже иду. Система перекрыта. Теракт «Американская жизнь» сорван. Думаю, можем отчитываться. Молодец, все, пора тебя забирать. Брик. Было. Вертолет уже сел. Вперед. Немного сложного. Достижение даже. Инженеры перехватили груз из лаборатории 5-го уровня на северо-западном побережье. Биологическое оружие. Чума. Да, такого город целиком бы вымер. Вакцина найдется? Не нужно, у тебя анализ отрицательный. Только что узнал, в Чикаго дали добро. Всегда рад. Не перехвали себя, Чарли. Нам повезло. Вся операция была одной сплошной догадкой. Ты права. Отныне мы завязываем с обороной. Есть предложение? Садик ждет от нас обороны и готовится к этому. Нет, нужно наступать. Как? Цели у нас нет, и просто отмахнуться от черного списка нельзя. Если будем пытаться успеть за ними, рано или поздно промахнемся. Затравим его. Заставим ошибаться. Какой, блядь, грозный. Так, ну что там, надо с Сарой... Сэм, Чарли возится с новыми побрякушками. Привет, родная. Боже, папа. В чем дело? Ленты новостей кричат о событиях в Чикаго. Твоя работа? Ты... У меня все нормально. А ты купи питьевой воды на всякий случай. Здесь такое творится, ты не поверишь. Одно дело, Гуам... Но ведь никто не верил, что они, правда, ударят по нам. Как ты там? Ничего.
Стараюсь не смотреть новости, тут все хуже и хуже. Могло быть и хуже, поверь мне. Пап, не в этом суть. Это было. Здесь все боятся стать следующей жертвой. Ну, по логике... Когда люди напуганы, не до логики. Они в ужасе. Сам же говорил, теперь требуют ввести военное положение. А в Торедо какой-то псих устроил поджог клуба. И такое сейчас. Пап, серьезно? Да уж. Она хочет сказать, ладно, что у них... Будь осторожна, если что. Я все знаю. Не волнуйся. Они наоборот не должны, чтобы... До связи, пап. Народ не начал панику. Я уже Сара пиздит. Пиздит, сука, как дышит. Ну, это там все.